Сегодня начинаем Одиссею на Дальний Восток. И сегодня я, Шахан Ипатов и Андрей Куртий вылетаем на Камчатку, Петропавловск-Камчатский. А дальше посмотрите куда. Вот. Как всегда, Шахан нас ведет бизнес-класс. Сейчас надо нормально поесть тут. Взять себе яйцов на бирже в дорогу. Недорогое. Вот такой ресторан. Ого, сразу выходишь с самолета, и вот такое тебе тут, пожалуйста. На каком языке хотите, на таком и читайте. Особенно два нижних, почитайте. И вслух скажите. Не Якутия, конечно, но в таком ангаре вот сразу заходишь и багаж получаешь. Надо вот такой бургер попробовать нам с крабом. Срочно. У нас сам Шахан Иванов встречает, представляете? Ус! Ус! Класс! Стратегически весь Шахан едут впереди гора. Там нужно. Ладно, потом сфотографируем. У нас на секундочку отель Петропавловск. И в нем в 92-м или 93-м году жил сам Канчу Мацуй вообще-то. Сразу по традиции рум-тур. О, очень тепло, кстати, телек. Нам вот такие сувениры подарили сразу. Спасибо большое. Вот тут вид из окна. Я, кстати, думал, это горы, все. А это не горы, товарищи, это вулканы. Начинаем с краба камчатского. Нет, еще с этого. А, еще и... Капусточки. Это капусточка камчатская. Саня, возьмите чуть-чуть, попробуй. Сейчас, давайте. Не, отгреби. Яйцо и все это. Это перепелка? Маловато. Я попробую сейчас, посмотрю. Уха вам, пожалуйста. Но не просто, а камчатская. Палтус. Папоротник. А тут морепродукты все. Все, Андрей Куртий сегодня ночью вскроет вот этот сервант. Вот смотрите, Тёкушин. Александр Еременко, чемпион абсолютно. Александр Васильевич Платин, руководитель Восточной конференции Кёкушин Кай Карате. Привет. Ну и хотел бы представить отдельно Андрея Куртия, человек тоже родственный. Сейчас у меня интервью-подкаст. Да, вот там сейчас я буду. Круто. Александр будет сидеть здесь. Да, да. Меня зовут Владимир. И я надеюсь на очень интересную беседу, а вы обязательно слушайте. К чему приходят мастера спустя многие годы практики боевых искусств? Нормально. Камчатка встречает. Класс. Шахан немножко поговорит с родителями сейчас. Можно сфоткаться? Можно сфоткаться? Можно сфоткаться? Можно сфоткаться? Сейчас сфоткаемся со всеми. А вечером нас ведут в такой ресторан. Как название вам? Камбала! Тут целая дискотека. Шахан как закажет на свой вкус. Дискотека начинается с салатов. С утра завтрак у нас. Вот такое. Кстати, здесь каша рисовая бомба. Вообще, смотрите, какая. Сейчас попробуем все это. Рыбка здесь. Утро выходишь. У тебя вулканы просто. Просто так все простенько тут. Машинки и вот те вулканчики. Вот смотровая площадка на Камчатке, смотрите. Все города в
какую сторону все то и написано. Вон Шихан Иванов нам сейчас рассказывает. Считается, весь флот мира может здесь разместиться. Если посмотреть вот туда прямо, здесь там город Вилючинск и рыбалки. Ну, мы знаем, атомоходы, вот что находится там. Вот, в спортивном комплексе «Звездный». Сегодня соревнования. Мы сейчас там будем. Ну, вот здесь вот всякие сопки. Здесь же люди живут. И выходят, смотрят вот на такие виды. Вон террас. Правда, Андрея Куртя нет обычно. Только сейчас он здесь. Мы сегодня в качестве почетных гостей на этих местах, на турнире. Ну, вот те бодрые дети. Бросаются, прыгают, молодцы. Ой-я! Хорош. С оценом краба. Краба вот такого. Подарок. Сегодня в термальных источниках полезная вода прямо на улице, всякая минеральная. Вот такие источники, такой запах тут серого водорода, и люди приезжают, некоторые остаются жить. Вот такие домики, вон температура 2 градуса, а люди на улице. Ну классно. И вечером сайонара. И народ, и ту работу, Борисович с командой. Папоротник ели. По-научному называется морской еж многоиглый. По латыни стронгом центротус полиакантус. И сегодня семинар с самого утра в таком зале. Рядом такие сопки здесь. Сейчас вот такой зал будет. Вот там ринг сняли специально. Сейчас посмотрим, сколько людей придет, куда их всех ставить. Классно для родителей, там места вверху есть. Итак, младшая группа стартовала. Секретная техника в деле. Вот так быстро покажу, чтобы никто ничего не понял. Но дети научились, дети красавчики. Сэмпай, молодцы, сенсей, молодцы, хорошие дети. Пара. Очень важно, когда мы под ногу уходим, мы вот эту часть бедра растягиваем, у нас поясницу расслабляет. Старшая группа началась, смотрите, мне сразу набили здесь такую круг лбом в меня въехали, все. Это вам не шутка, смотрите, какой у меня рог вырос. Камчатка, товарищи, тут не шутки, тут не шутят. Старшая работает. Старшие пашут. Вот Шихан тренирует Конора. Давай, Конор, мочи всех. Конор. Что, тренировки понравились? Да. Что понравилось больше всего? Маночки. Так, Еременко Доджу топ? Еременко Доджу топ? Оскар. Все, молодцы, красавчики. И мы летим дальше. Улетаем из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск. Еще не конец. Аэропорт Петропавловске-Камчатском такой вам, пожалуйста. Посмотрите, вон там самолет. Смотрите, с Камчатки так просто икру не вывезешь. Тут все серьезно. Это Авачинский, это Козельский. Авачинский, Козельский. Да, все это наши привулканы, которые домашние перед нами стоят. Ага, все, вот они. И мы сегодня опять в бизнес-зале. У нас Шихан опять тут привел, смотрите, какие они тут. Вон, деревянный олень, видели?
деревянного кита видели? Вот он там все камчатские штучки. Вот наши люди. Вот одни такие крутые, видите? Касатка. На Камчатке касатки даже есть. Класс. И вот такой вид на вулканы. Улетаешь, а тут где вулкан. Вот при Хабаровске. Шахан, депутат, нас встречает. Все вот мухеры в курс. Где Андрюха? О, у нас серьезная встреча. На таких джипах ездим сегодня. Рум-тур в Хабаровске поехали. Вот, Сеня, смотрите, какой душ классный. Прям все здесь. Прям на полу. А, так, вот такая большая одна кровать. Выход посмотреть на хабаровских людей. Махайте мне, если что, в окно, хабаровские люди. Я здесь буду. Ну, классный номер. Бомба. Телек. Сегодня у нас китайская кухня. Вот такие штуки китайские. А вот, хоть и ночь, мы в Хабаровской духовной семинарии. А вот какой здесь храм, смотрите, сразу. Даже ночью нас Шахан повел. Класс. Вечером приехали сразу с самолета в духовный семинарий к владыке. Вот мы в такой гостинице живем. Гостиница Хабаровск. Все, видите, все логично. Вот у нас такая гостиница. Это еще утро, свет не горит. Да, вот. Вот такие королевские апартаменты. Так, у нас тут что? Завтрак. Класс. Европейская. Вот в таком месте. Можно сесть. Картины. Картины. Вот такой завтрак. Ешьте. Кашу, яйца, сыр, овощи. Приехали в центр моего товарища Сергея Увицкого. Сейчас будет здесь экзамен на ПСА. Здесь смотрите, какие люди были. Все тут были. А вон даже вот кто был, а вот кто здесь был. Шахан Классен. А вон Шахан Иванов были у него недавно. А он серый здесь. И вот вход. А вот сразу вам чемпионат мира 13-й. Сейчас у нас интервью в начале. Видите, все серьезно, телевидение. Да, исторически здесь по Хабаровске карате на высоком уровне, благодаря Шаханам, благодаря сенсеям. Семинаристы боевые, видели такое? Боевые семинаристы. Сейчас у нас обед в таком месте. Вот, будет красиво. И сейчас здесь, в Хабаровске, у меня будет мастер-класс. Краевой центр единоборств. А вот кто тут, в Хабаровске. Сахалин! Приехал, красавец. Наша задача... Вот мастер-класс здесь. Потом у нас остается время на фотосессию и на поговорить. На чуть-чуть. Родители, ну вообще все желающие. Соберемся и позадаем друг другу вопросы, отвечаем, полагаем. Полезности получим. Вот он, мастер-класс в Хабаровске. Вот разминка пока. У нас следующее задание будет в перчатках, пока, чтобы потом долго времени не терять. Пятнашки — это вот когда мы касаемся человека, корпус. Даже если не больно, там, не страшно, но надо показывать защиту. Это, во-первых, нам травмы.
сегодня с фотографирования просто убегаю. Интервью, встречи. Ребята, с кем не сфоткался, простите. Простите, еще сфоткаемся. Вот мне девочка подарила такую штуку классную. Молодец, спасибо вас. Так, мы на телевидении, смотрите, здесь какие люди были. А вон, смотрите, какие люди. И мы сейчас будем тут интервью давать. Так, у меня будете что, гримировать сейчас? Да, пудрить. Я буду красив? Красив, и свеж, и весел. Спасибо. Сейчас буду красив. Все, нагримирован. Спасибо вам большое за грим. Пожалуйста. Буду сейчас красиво говорить. Спасибо. Ну, сейчас. Здравствуйте. У нас сейчас будет интервью с депутатом. Здравствуйте. Да, мы вас приветствуем в студии телеканала 6 ТВ Хабаровск. Ух ты! Все, все включайтесь, подключайтесь. Ну, тут чемпионат мира идет даже. Только ночью прилетели и сразу посетили духовную семинарию. С утра у нас уже был экзамен на ПСА у семинаристов этих же. После этого у меня был мастер-класс. И еще завтра у меня будет тренировка с долголетием. С телевидения приехали в Законодательную Думу Хабаровского края. На встречу. Вот она. Вот она. Бежим. На секундочку, видите, куда мы идем? Это вам не шуточки. Ну, вот он, я депутат. Сначала на этот. Здравствуйте. Заходи, Фан. Я подпишу. Класс. Вот депутат. Вот куда, как на тренироваться, чтобы вот кем стать. Вот карате Кёкушинкай. Сейчас идем на встречу с председателем законодательного собрания Хабаровского края. Я одновременно даже совмещал и занятия дзюдо самбо, и занятия Кёкушинкай. Кёкушинкай развивался в стране в основе своих двух точек. Буду паспорт. Карточка международной организации КОН и все три официальные. Все три сертификата. При свидетелях обещаю, что как только отрегулирую рабочий график. Мы сегодня пришли, нам говорят, там вам ужин. Ужин только для нас. Мы пришли с Шаханом, а стол для нас двоих. Мы теперь начали звать сюда гостей. В этот день Бог нам послал. Вот мяска, долма, кутабы. Ну, по-скромному, короче. Диетическое такое сегодня. Люля-кебаб. Да, все такое. Люля-кебаб. Давайте его поблагодарим за его приезд. Так, вернулись. Руку вниз. Ни! Рука прямо. Вернулись. Сами. Ну да. Они там уже спуки вот эти все крутые. Не в угол какой-то середину тогда. Вот уже будем делать. Раз. Поехали. Раз. Нога. Два нога. Три. Носки соединили. Спину прямо. Шума не рвей. Все, похлопали. Ура! И мы на вылет из Хабаровска в Москву. Много дел поделали и полетели. Хабаровск, Дальний Восток. Всем спасибо за прием. Приедем еще. Приезжайте. Все молодцы, всех хвалим. Классно все тренировались. Ос. Во всех аэропортах какие-то машины. Хабаровская лодка. Ну, покупайте лодку, товарищи. Но она не пропадает, им чернила потом. Нет. Женщина не переливается там? Как, ну погоди. Мы в бизнес-зале. Опять. Тут такие. Можно вот так вот огородиться от всех. У нас у сенсея Андрея оказывается золотая карта Аэрофлота. И нам теперь сделали бизнес-места. Представляете? Вот так мне нравится кататься. Для вас под бизнес-класс. Апельсин высокий. А это что? Вода. Вот и вот. Спасибо. Вот бизнес-класс. Еще не вылетели, уже дают. Меню мне тут дают какое-то. Спасибо.